Югра остается в числе лидеров России по естественному приросту населения. Округ стоит на 6-й строчке рейтинга. Это отметила губернатор округа Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, подводя итоги года здоровья сбережения. Ожидаемая продолжительность жизни в регионе будет на 2 года выше планируемого показателя, сказала губернатор. По коэффициенту рождаемости округ входит в топ-15. Уровень младенческой смертности стабильно низкий в сравнении со среднероссийскими показателями.